Глубоководные тренировки по подъему упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper завершили специальные подразделения Минобороны. Об этом сообщает «Форпост», ссылаясь на собственные источники, близкие к ведомству. Тренировка проведена. Сделан вывод, что мы имеем возможность поднять MQ-9 Reaper. Испытания проводили на глубинах в 1000 метров, но не в акватории Крымского полуострова. Все задействованные глубоководные средства, а также специалисты показали свою состоятельность и способность выполнить такую сложную задачу, сообщил собеседник «Форпост». Уточняется, что самые ценные для изучения элементы беспилотника все еще находятся под водой. В Минобороны теперь уверены в том, что их удастся поднять. Напомним, 14 марта в результате резкого маневрирования беспилотник США упал в Черное море. Как сообщили тогда в Минобороны, беспилотный летательный аппарат летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленный на время проведения СВО. Беспилотник найден на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине около 900 метров.